Неизвестно, как сложилась бы судьба детдомовца и будущего актера Арсена Суховского, если бы в 4 года его вместе с братом и сестрой не усыновила кинопродюсер Юлиана Медведева. Мальчик рос в большой творческой семье, достаточно известной в Краснодаре. Часто гостил у мамы на съемочной площадке, интересовался буквально всем, помогал. Именно там парня с колоритной внешностью и заметил режиссер картины «Недетский дом» Михаил Расходников. Арсен прошел пробы и был утвержден на главную роль. Фильм, где также снялись Иван Охлобыстин, Ирина Розанова и другие звезды, вышел на большие экраны спустя 2 года, в сентябре 2022. Суховский к тому времени окончил школу, мечтал об актерской карьере. В октябре он поехал поступать в театральную школу Олега Табакова, но не сложилось, рассказывает СМИ приемная мама парня Юлиана Медведева. Потом ходил на пробы, провалил их, но хотел выглядеть в наших глазах мужчиной. Не стал просить денег на нужды и обратную дорогу и устроился на стройку. На территории стояло много вагончиков, лежали стройматериалы. А в обязанности Сени входило поднимать и опускать шлагбаум. Работал он вместе с напарником. Буквально накануне Арсен Суховский, успевший сыграть в одной картине с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой, внезапно скончался. Об этом сообщила актриса Екатерина Соломатина. По словам приемной мамы, молодой парень погиб из-за удара током в трансформаторной будке. Она уточнила, что тело юноши обнаружили лишь спустя 2 дня после инцидента. Пошел работать на стройку, на которой при непонятных обстоятельствах и погиб. Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время. Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током, написала Медведева. Она также рассказала, что после произошедшего на месте пропали камеры видеонаблюдения. Также рядом с Суховским в его смену не было напарника. По ее словам, делом занимаются следователи. Медведевы намерены добиваться, чтобы все виновные в трагической гибели их приемного и очень любимого ребенка понесли заслуженное наказание. Выражаем самые искренние соболезнования близким молодого актера. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!